Сегодня мы попытаемся поговорить о такой снасти, как зимняя жерлица. На мой взгляд, в перспективном месте. Посмотрим завтра на водоем, оценим эту местность. Так, Вася, давай, давай. Вот у нас первая сработка. Есть ли следы на живце? Нет, следов тоже нет. Возможно, холостной подъем. Ушел, ушел, ушел. Окунь. Это был окунь. Ну, чуть-чуть больше. Да, ну, да, щучка. Щучка. Вот. Еще одна. На Руси псовые охоты были привилегией высшего дворянства. Охота с собакой особо колоритна, она увлекательна и продуктивна. Предлагаем вам приобрести хорошего помощника в охотах на зайца, красного зверя и копытных. Русские гончие и сибирские лайки от лучших производителей, подготовленные к работе в самых сложных условиях.